«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Рассказывают об одном человеке, который в начале 19 века посетил Соединенные Штаты Америки. И когда он приехал домой в Англию, его спросили, что больше всего удивило тебя вот в этой стране, в которой ты гостил. И он ответил, больше всего меня удивило то, когда я увидел, как молодой человек, сын известных людей, миллионеров, богатых, при открытии дома, приюта для людей бездомных, стоял на пороге этого дома и, обнимая бездомных бомжей, приглашал их проходить внутрь. В эти дни, когда мы слышим весть об Иисусе Христе, больше всего меня удивляет то, что сын самого богатого отца, отца, который владеет богатствами всей вселенной, земли, отца, который сотворил эту вселенную, сын Бога и Бог, поместил себя в ясли Вифлеема, вырос в семье плотника, оставил славу небес и пришел сюда, в ясли Вифлеема, Иисус Христос. Это любовь, которая сошла с неба, это любовь, которая была явлена людям, это любовь, о которой мы вспоминаем сегодня. Это любовь, которая действует и сегодня на сердца многих, приглашая нас в эти рождественские дни, к тому, чтобы мы снова и снова вспоминали приход нашего Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, друзья дорогие, друг, который слышит это слово, я от всего сердца, от всей души, от нашей церкви хочу поздравить вас с этим днем, Рождеством нашего Господа Иисуса Христа. И пусть эти рождественские праздники, они принесут мир, покой и радость в твое сердце и в твою душу. Да благословит вас всех Господь. Аминь.